Ладно, меня эта игра все больше начинает пугать. Давайте. Первое приветствие, да, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Сегодня мы продолжаем проходить данную игру, да, Dead Space. Вот, или Dead Space. В прошлой серии мы с вами дошли до каких-то двух дверей, типа одна была закрыта, ну, двух дверей с двух сторон больших. Одна была закрыта, другая открыта, и все. Узнали много нового, увидели много нового для себя, но я надеюсь, в этой серии будет примерно то же самое. Вот поэтому, потому что мне очень интересно, что с кораблем стало, что это вообще за корабль, почему тут так все случилось и можно ли это все исправить. Поэтому сразу поудобнее, там чаек, кофеек, это вот у нас такие традиции, да, вот традиция у нас 100%, что, блядь, кофеек, чаек, нормально, блядь. Кофеек, ребят, чаек наливайте, покушайте, там только кто хочет, кто что хочет наложить, накладывайте. А, занимайте для себя удобное положение. Пледик обязательно, у нас такая традиция. В принципе, все. И приятного вам просмотра. А мы начинаем. О, привет! Используйте альтернативный режим оружия для нахождения новых тактических решений. А, да? Серьезно, да? А ты не верил? Если вы не можете спрыгнуть на поверхность, счетчик боеприпасов будет мигать красным. Серьезно? Прикольно. Вот. Вот мы до сюда сейчас дошли. Вчера, блядь, что? Вот мы до сюда с вами тогда дошли. Две двери непонятные. Вот. Поэтому... Что у нас вообще по запасам? У нас с вами есть средняя аптечка. Средняя аптечка. Пока нам не нужно золотой полупроводник какой-то, блядь. Мало аптечка есть. Воздушный баллон средний. Малый воздушный баллон двоих. И очень много схем. А еще 18 650 кредитов. Патронов здесь 8. Здесь у нас 100. Здесь у нас 50 есть. Здесь у нас 2 патрона. Окей. Ну что, погнали, блядь. Let's go. А ну-ка, давай, блядь. Ёбаный рот. Вы, блядь, серьезно? Вы нахуй серьезно, блядь? А у меня патрон нету? Сейчас серьезно, блядь? Это что такое, блядь? Бля. Так, держите, а как? А как? Блядь, я не помню как. А, на С, окей. Погнали, да-да-да. Погнали. Ебать, там их дохуя, что ли, блядь? Так, блядь, не говоришь, что они здесь сейчас будут выскакивать где-то, блядь? Да вообще будет какая-то хуйня, блядь. Тогда уже с вашей стороны, блядь. Да ну его нахуй, блядь. Это что такое, блядь? Так я возьму, блядь, вот эту хуйню.
Ну, это же вы понимаете, да? Это же конец в одну сторону. Че, ну, вот тебе эти лут лежит, вон там лут есть, блядь. А похуй, погнали, попробуем. Блять, мне пизда. Кью-кью-кью-кью. Оп-оп-оп-оп, отсоси нах. Потом проси, блять. Блять, там еще тварь. Да ну ее нахуй, блять. Серьезно, блять. Сука, открой, открой, тварь, открой нахуй. Давай, 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 блядь. Чё, у меня патрона вообще нету, ребят. Это пиздец. А там тварь еще одна, блядь. Прикиньте. Да. Ебать, ты кто вообще, блядь? А ты кто, блядь, алло? Ну, пробуем, давайте. А, соси нахуй. Давай, давай, нахуй, открой, блядь, пожалуйста. Чё, это что за хуйня-то вообще, блядь? Так, у меня патроны... 6 патронов всего лишь. И 0 аптечек, да? Да уж. А что это за хуйня? Да вон лут лежит, ёбаный рот. Локация вообще мне неизвестная. Ну, попробуем, блядь. А он медленно, да? Ебать, их двое еще, вы прикиньте, их еще и двое здесь. Класс. Да, такое. Ну, похуй, это будет очень хуёвая идея, но я это сделаю. Оп, отсоси, блядь. Патроны вон лежат, блядь. Открывай, тварь! Пиздец, я так и знал, нахуй. До свидания, блядь. Ну все, это баба нахуй. У меня есть огниво. Ага, уже хорошо. Погнали, блядь. Там патроны еще где-то лежат для... Где эта хуйня, блядь? А вон она, блядь. Ну, вон она одна стоит хуйня, вот тут вторая. Я просто не успею забрать вот эти, блядь, патроны, которые есть. Ж понимаете? Ну, а попробуем, блядь. Пожалуйста, пожалуйста, скажи, что я успел. Прошу, прошу, все, до свидания. Вы скажете, почему же ты так бегаешь? Давай на хардкор, ебать. А, вы посмотрите, сколько у меня, блядь, одно деление, ебать. Вы о чем? На один удар просто от этой хуйни, блядь. Ну давай, 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 иди сюда, блядь.
О, ну, блядь. Беги, беги, блядь. Че, серьезно? И туда тоже пошел. Блядь, что это за хуйня, блядь? Я ебу, блядь, и плачу, нахуй. Не-не, нахуй сохраняться. Вы видели, блядь? И что мне делать, блядь, в таком случае? Вообще ничего нету. Блядь. Но мне только сейчас заново оперировать эту хуйню, блядь. Давай заново переиграем, ладно уже. Давай, 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 давай. А, я могу так, что ли, поделать? Нет, не могу, к сожалению. Давай переиграем, потому что, ну, что-то какая-то херня у нас тут получается. Ведь откуда эти штуки взялись, это пиздец. Итак, патрон у нас очень мало. Очень мало патрон. Угу. Ай, блядь. Ебало рот. Угу. Ну иди сюда, ёпта. Алло. Давай, давай, я тебя жду тут. Здравствуйте, блядь. Я тут. Что это? На что мне дали сейчас патроны? Он там один или там двое вообще? Не, он один остался. Тварь такая. На, ёпта, блядь. Да отсоси ты, блядь. Сука, хуета, блядь. Ну мне похуй, кто ты, блядь. Слушай, дядя, блядь. Что ты меня будешь пиздить теперь, да, блядь? Ну давай, нахуй, побебах. Я на тебя даже патрон не потрачу, блядь, понимаешь, нахуй. Настолько мне на тебя похую вообще, блядь. Угу, это хорошо, что он дал это. Пизда.
Один раз ударит, да? Не, не успеет. Кто тут вообще, блядь, не пойму. Раз, толстенький. Как вы поживаете? Ну и что это такое, блядь? Ну давай, блядь. Бейся нахуй тогда, блядь. Он один же, да, блядь? А чё я его боюсь, блядь? Нахуя я его боюсь? Блядь. Зачем я его боюсь? Блядь! Плазменную хуйню мне дают. Что, где он там, блядь? Ну мне бы, конечно, патроны вот на этот пистолет еще бы найти, знаете. Эти ничего не скинули, блядь. Ай, блядь. Нет, эти больше ничего не скидывали. Ну я тебя здесь жду. Долбоёб. Ну все, у меня больше нет патронов. Да? Да. Ну вообще, то эти хуйни там, да, будут? Понял. А ну-ка, дай-ка... Ну эти хуйни я так типа разъебашу. Давай, давай. Давай, 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 блядь. Что ты делаешь-то нахуй? Итак, у нас с вами патронов осталось вот на эту штуку. Есть патроны. Это очень хорошо. И на винтовку плазменную у нас с вами остались патроны. Тут полный. Полный. Да. Здесь нет. Давайте все зарядим сразу. 4 еще патрона остается. А, нет, блядь. Просто не зарядил, блядь. Извиняюсь, блядь. Еще один патрон остается на винтовке. Окей, окей. Окей, let's go. Так, а тут я не забирал, да? Блядь. А, не забирал. Здесь все залутал? Абсолютно все? Все, что только могу, залутал? Может, здесь реально что-то еще есть? Я просто этого не вижу, блядь, впритык. Спасибо. Значит, будем сражаться только вот этой и вот этой хуйней. Окей. Погнали. Бля, ну реально больше ничего нет. Ну вот, тут еще есть. О! Это заебись. Это заебись. И у меня есть еще аптечки. Средняя аптечка и средняя аптечка. Ага. Ну сейчас залутать я лутать не буду эту среднюю аптечку, потому что зачем? Два отделения еще нормально. Хотя тоже хуй знает, знаете. Ой. Ну, ту штуку я не смогу открыть, короче говоря. В этом весь прикол, ребята. Поэтому я думаю, сейчас, наверное, побегу, значит, сюда наверх сначала. Они будут идти. Я попытаюсь сюда пробежать. Вот. И как только тут кто-то будет идти, я вон там взорву ту хуйню. И все. Погнали. Давай, блядь. Пожалуйста, ждите. Так, вон бежит. Погнали, блядь, погнали. Так, еще слева и справа у нас идет чел.
какой-то. Давай, мужик. Бум! Давайте, блядь. Я же по вам соскучился, блядь. Ой, блядь. Извиняюсь. Да ты сука, блядь. Еще какая-то хуйня у меня плюется, блядь. Такое, блядь. Неприятненько. Блядь, еще мразь охуел, блядь. Ну, это хуйня еще, ладно. Угу. Перезаряжаем, блядь. Переключаемся на винтовку. Бум. Так, ну. Да ты охуела, блядь. Блядь, вот такие они твари вообще. Я в аху, ребятки. Я с них... О! Плюс. Блядь, такая мразь. Я в аху. Ну, только есть ульта как-то, блядь. До свидания, блядь. О. Сюда. Аптечка. Да, блядь, ну проходи тут. Чё застреваешь-то в этой хуйне-то, блядь, здесь? Угу. Та бегающая хуйня, я не знаю, где, ребят, кстати, самое интересное. А, ну пропало, что ли, или что, блядь? Так, ну у меня больше патрона нету. Только вот на эту штуку. Блять, серьезно, не порезал. Блять, ты что? Что? И, конечно же, сейчас я заново проходить эту залупу, да? Ну, это пиздец полнейший, нахуй. Я просто в шоке, блядь. Надо было не рисковать, надо было подойти к той хуйне. Ну, к тому монстру, который уже все откинулся. Надо было забрать патроны, побежать вниз. Естественно, похуй, блядь. Похуй на тебя, блядь. На твое время, блядь. Погнали, блядь. Э, твари, блядь. Сюда, нахуй, идите. Сюда иди, блядь. Угу. Сюда иди, блядь. Тебе сказал. Ну все, сейчас откинетесь. Угу. На что я подобрал, а? Давайте так отпизжим, мужик, блядь. Хули ты тут выебываешься, блядь. Сука, да хуя слишком выебываешься. Давай, блядь, сука. Такая тварь ты, блядь. Хуйня, блядь. А, ты еще ничего не оставил. Нормально придумал. А эти тоже? О, что-то есть. Да, блядь. Пусть бежит сколько хочет. Этот толстяк, блядь, тоже. Заебет у меня, блядь. Давай. Угу. Сосешь же, блядь. Заебешься бегать, понимаешь, блядь? Заебешься бегать. Повторяю тебе. Пошли сюда. Идешь? Давай. Блядь, я проебал момент, получается. Давай еще раз, по новой. Давай по новой, мужик.
Мужик, давай по новой. Ты видишь, что он сюда спрыгнет сейчас? Не, он сюда не прыгнет. Ну давай, блядь, иди сюда. Пошли. Да, потихонечку пойдем. Он идет? Не, ну давайте я вас так разъебу, бля. Это все? Он еще идут, бля. Давайте. Итак, у нас патроны на что есть? Патроны на что у нас есть? И у нас еще аптека даже остается, понимаете, блядь, с вами. Давайте сразу все зарядим, блядь. Сюда. Сюда нету. И вот сюда, наверное, да? Да. Нахуй, хули ты мне пиздишь-то, блядь? На ухо что-то, блядь. Так, а ты ничего не... мужик, ты ничего не скинул? А, ну, блядь, конечно, нахуй мне эта хуйня нужна, блядь, естественно, блядь. Ай. Опа, а вот это уже нужная штука. Так, еще раз пробегу, здесь чего-нибудь денег нету. Никто больше ничего не скидывал. То есть почему сейчас видите, заметили, почему-то один пузатенький сейчас. Раньше их было двое, помните? Когда я первый раз только вот начали играть здесь. Что? Короче, раньше их было двое. Сейчас он один выходит почему-то. Ой, да уж. Бля, игра, пожалуйста, дай мне еще какой-нибудь лутик. Я тебя прошу. Дай лут, пожалуйста, игра. Я, конечно, понимаю, ты и так даешь лут мне сейчас. Ну, побольше чуть-чуть. Да нахуй мне твой кредит, блядь, ебаный, блядь. Я не собираюсь все брать, блядь. Блядь, серьезно, это все? Хуёво, что это все. Очень хуёво, что это все. Это тоже какую-то хуйню кредит, блядь, какой-то оставил, нахуй. Нахуй мне это ваш кредит, блядь. Я ж понимаю, что это деньги, блядь, но, знаете, мне сейчас нужны патроны. С аптечками. Больше всего. Нежели наоборот. Так, ну здесь мы залутали, значит, тут крайне надо залутать еще. И погнали тогда. Давай аптеку и погнали. Окей. Окей, блядь. Так, теперь у нас есть полностью огнемет. А, почти полностью огнемет заряженный. Что у нас с вами остается? У нас с вами три аптечки. Три аптечки и еще на винтовку есть патрон остается. Окей. Погнали, ребятки. Как думаете, есть в этом прикол какой-то или нету? Погнали. Активирована фаза зажигания. Давайте. Пожалуйста, ждите. Угу. Так, раз, два, три. Их четыре, да, всего лишь? Угу. Их четыре. Окей. Я понял вас. Их четыре. Один даже лежит. Окей. Погнали. Давай, залупа, я тебя жду. Смотри, бежит прям. Ты откуда ты взялся, нахуй? Алло, блядь. Вася, блядь. Ты кто, блядь? Куда он там взялся? Непонятно, да? Сюда. Так, следующее мы берем с вами. Ебать, нахуй ты плюешься-то, блядь? Неприлично вообще-то. Если честно. Ну давай уже, ёпта. Чё ты, блядь, хуйней занимаешься-то, блядь? Ага. Еще одна откисла, блядь. Да вот чё она плюется? Вот скажите мне, она... Будет некультурная, да? Это сразу понятно, что она, блядь. Ой, блядь, аккуратнее, нахуй. Давайте вы не будете, блядь. До свидания, блядь, чё? Вы думаете, что, блядь?
Вы думаете, вы меня разъебете, а вы меня не разъебете. Так, что-нибудь есть? Что-нибудь есть? Вообще ничего, что ли? Ёпта. Да почему? Ну, очень плохо, что ничего нет. Ну, давай, блядь. Вон, бежит хуйня. Так. Теперь я беру вот сюда вот эту хуйню, кидаю и бегу. Бля, пожалуйста, ну что ты? Сука, мне еще подтвердить нужно, окей. Блять, меня что, разъебут? Нет, пожалуйста, пожалуйста, прошу, прошу тебя, не надо. Прошу, не надо. Прошу, не надо. До свидания, блять. Запуск двигателей. Блять, а эти хуйни еще идут, да? Блять, 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 блять. Запуск двигателей идет. Нет, пожалуйста, я прошу. Я вас прошу, не надо. У меня еще есть? Есть. Блять, прошу, не надо. Давай, блять. О, патроны. Уже хорошо. Да отъебись нахуй. Я с вами не дружу. Знаете, о. Могу дверь открыть. Угу. Да иди нахуй, блядь. Алло, блядь. Хуйня ты залупная, блядь. Давай, я смогу. Давай, 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 мужик, мужик. Да похуй, что он меня тронет. Давай, до свидания, блядь. Отлично. Блядь, такой все ты долбоёбик. Наконец-то, блядь. Хорошие новости. Айзек, найди вагонетку. Я выведу нас на геостационар. Погоди. Рано еще расслабляться. При снижении орбиты корабль пройдет через поле осколков, поднятых с планеты. А метеоритная защита корабля не работает. Если ее не починить, нас разнесет на части. Черт побери. Хорошо, посмотрю, что я смогу сделать. Айзек, жду тебя на мостике. Тут от тебя больше пользы. Хорошо. Ребята, это было жестко. Конечно, мы сохраняем сразу, ну нахуй, блядь. Это было жестко. Блять, это было жестко. Это было жестко. Ну, мы идем дальше. О, что у нас с вами есть? Да нихуя, в принципе, ни аптек, ничего. Хотя я мог не тратить, в принципе, аптеку. Он так чуть не задел. Так вот, эта хуйня, которая бегает, блять, и как скорпион, как будто, блять, то, блять, ее, блять, убивать, то забейте. Это две обоймы надо выпустить. Вот честное слово. Так. А че, у меня нет патрон, блять? Кого нахуй? У меня ж были. Только же были, блядь. Ну ладно. Так, здесь не полный. Теперь здесь полный. Давайте снайпочек походим. Тебя лучше вот с этой хуйней подходил, потому что побои здесь. Бать, ну естественно, нахуй, конечно, блядь. Я ж вас слышу, блядь. Ну, блядь, и корабль... Айзек. Мать, ты давай не пугай так меня. Это я. Николь. Чего нахуй? Кто ты, блядь? Николь, блядь? Это кто вообще? Че бы сказал Никола, блядь? Там чел. Где он, блядь? Понятно. Там ничего нету, да? Да, там ничего нету, потому что мы оттуда приходили. Так, куда нам с вами? Блять, чтобы как вспомнить, как это делается. А нам туда? Угу. Погнали. До свидания, блять. Ебать вас. Да иди ты нахуй, ты кто, блядь? Ебать, тварь, блядь. Заебёшь ты, блядь. Побежали, блядь. Блядь, ну серьезно. Ну так прям. Прям сердито будете.
А, ну все, мне съебывать нахуй. Свидание, ёпта. Даже хорошо, что на них не потратили патроны даже. Но потратили хпшку. Глава третья завершена. Орбитальная коррекция. Да уж, такое, блядь, это жестко. Сохранить, конечно, блядь, конечно, сохранить. Сюда, блядь. Угу. Это жестко. Двигатели, там какие-то отсек был еще. Мы еще где-то в носовой, да, части? Транспортная, что, станция? Так, у нас хпшки вообще ноль, да? Айзек, заходи. Кендра права. Защита не работает. Ты мне нужен, чтобы ее перезапустить. Кендра, если ты меня слышишь, похоже, у тебя более полный доступ к информации. Просмотри корабельные отчеты. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? А может, вы не будете пиздеть? Хорошо, я просто так. Я ничего не знаю. Он упоминался в записях капитана, они притащили его с планеты. Ну и где он? Он в трюме. Они считают, что обелиск инопланетного происхождения, но я не знаю, что это. Серьезно? Айс, Хэммонд что-то скрывает. Не верь ему. Полегче! Не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах, поэтому прошу просто поверь, что я ничего не знаю. Понятно, блядь. Короче. Мы вошли в поле обломков. Быстро к пульту капитана, позже поговорим. Конец связи. Короче, чел какой-то подозрительный. Окей. Да, да, открыть. Чё? Лантинион. Да уж, ебать. Ебать. Ну я забрал для своей этой, для пестика. Хм, блядь. А я думаю, чё у меня так мало всего? Подожди-ка. Что у нас есть? Подожди. 17 таких, 100 таких. А, ну у меня же еще деньги есть. Точно. У меня есть тут? Узлы есть. Давай-ка продадим. Да, вот это вот. Я для начала посмотрю, что у нас сколько всего. Тут 10 их, а в запасе остается 14 еще, но это хорошо.
Это очень хорошо. Здесь у нас 50. Еще что? Больше нету? Нету, но больше не надо. Угу. У нас 50. Еще 75 остается. Так, у нас здесь 5. 5. И еще сколько у нас запас с вами? 3. Давайте для этой купим. Все-таки. Для винтовочки. 16, да? Давайте купим еще для винтовочки, я думаю. 2. Давайте еще 2. И я думаю, можно еще одну аптечку купить. Малую. И купим тогда, я думаю, силовой узел. Мне он нужен. Скажете, зачем тебе? Я скажу. Узнаете чуть позже. Все, let's go. А, мы в носовой части. Мы с вами в носовой части. Внимание! Зафиксирован пробой. Угу. Айзек, попадание в мостик рядом с тобой, но герметичность не нарушена. Система жизнеобеспечения стабилизирована. Заставь чертовы пушки работать! И как я тебе заставлю их работать? Угу. Значит, все-таки лут здесь есть. Как я заставлю-то их работать? Это закрыто. Опа. Нам не просто так дают столько лута, да? Не, нам не просто дают столько лута. Ебать, сколько здесь лута. Не, нам не просто вот так дают. Понятно, чё. Чё здесь было-то? Ладно. Очень много лута, ребята. Очень много лута. Ну, нам вниз, да, я так понимаю. О, сохраниться. Да. Давайте-ка сохранимся. Давайте-ка сохранимся и... Я думаю, может быть, на этом все. Короче, ребят, давайте-ка сделаем так. Я думаю, в этой серии мы прошли достаточно, хоть и застряли на одном моменте. Очень надолго, да. Вот. Но в итоге прошли. Конечно, ничего нового мы не узнали. Хотя нет, узнали, что, возможно, наш товарищ, чел, который, да, нам говорит, приди, помоги запустить там что-то там на мостике, возможно, он что-то знает больше, чем мы с девушкой этой, товарищицей нашей. Вот, но это лишь мои предположения. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, там ставьте лайк. Ну, для вас это реально несложно, для меня это очень приятно. Подписочку на канал и колокол нажмите, чтобы узнать одним из первых, когда выйдет видео. В принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте.